Я очень благодарен сегодня ребятам молодым, которые пришли, которые заинтересованы в том, чтобы знать, что такое 41-45 год. 80 стран-участников, 85 регионов России, 73 площадки только в Алтайском крае. Диктант Победы в эти дни объединил миллионы человек. Все они решили проверить свои знания о Великой Отечественной. Всего 25 заданий о событиях войны, именах героев и даже фильмах на эту тематику. На площадке в региональном парламенте собрались не только жители Барнаула, но и депутаты. Вопросы не простые, повторюсь, они разносторонние, поэтому потребуется где-то и время задуматься, вспомнить, вникнуть в вопрос, может быть, там поискать как раз какие-то ответы, которые уже заложены, но, по сути дела, это они посильные. По мнению Бессарабова, главное в диктанте не получить 100 баллов, а еще раз вспомнить о событиях тех лет и, возможно, вновь открыть учебники истории. Именно так сделал и он сам. А вот самому юному участнику диктанта на этой площадке, школьнику Алексею, было легко. Он с детства увлекается военной тематикой. Знаете, я считаю, что Великая Отечественная война – это событие, которое отразилось, наверное, в семье каждого человека в нашей стране, потому что, это важно, правда. То есть Великая Отечественная война – это очень большое, крупное событие. И для меня это, не просто какие-то цифры или пустые даты, для меня это очень близко. Его прадед руководил колонной на Ладожском озере, возил хлеб в блокадный Ленинград и вывозил оттуда людей. Сейчас, по мнению юного любителя истории, нередко встречаются попытки искажения фактов войны. А такие мероприятия, как диктант Победы, помогут укрепить в памяти подвиги наших солдат. Результаты диктанта будут известны в конце июня. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.